как же я люблю свою семью. Но разве мы не прекрасны? Поставлю фото обратно. Ну вот, просто идеально. Обожаю нас. Богатая мачеха. Ну что, пришло мое время. Подвинься, малявка. Теперь тут все будет по-новому. Поздоровайся со своей мачехой. Можешь забыть про маму. Что? Нет. Дорогая, в чем дело? А? Ой, мы празднуем. С днем рождения! О, малышка, с праздником тебя! А вот и подарочек для тебя. Держи, открывай скорее. Не хочу. Ну не вредничай, мы старались, правда? А? Мне не нужны ваши подарки. Верните мне мою маму. Что? Они что, издеваются? А? Эй, тут написано «Лузер». Это точно она написала. О, о чем ты? А, не волнуйся, наверное, ей показалось. Там точно поздравление. Ну вот, сам посмотри. Дорогая, по-моему, тут все в порядке. Врать нехорошо. Ну разве не чудесно? А это еще кто? Привет! Бедная мама. А у меня тут подарок для моей малышки. Я зайду? Да ни за что. Проваливай отсюда. Эй, вообще-то, это моя дочь, а? И я имею полное право ее поздравить. Ох, ну ладно, заходи. Вот и отлично. Вот она, только давай побыстрее. Привет, дорогая! С днем рождения! Мамочка! Что это у тебя? О, это подарок для тебя. Я очень старалась. Ух ты! Такой большой! А почему такая странная упаковка? У меня совсем нет денег. Но поверь, я сделала все с любовью. Открывай скорее. О, ну ладно. Надеюсь, внутри он выглядит лучше. Вау! Ничего себе! Как круто! Это же идеальный кукольный домик. Спасибо. Что? Тром-трик. Вот это домик. Не может быть. Спасибо, девочки. Это совсем не то. Он огромный. А этот как раз для моей куколки. Ха, вот же неблагодарная. С дороги. Крошка, можно и мне поиграть? Конечно. Давай. Это так мило. Давай проверим тебя на стойкости. Опс, как неловко. Он развалился. Ага, зачем ты это сделала? Он мне так нравился. Ты злая. О, нет, не переживайте. Я сейчас же все соберу. Дайте мне минуту. Ага, все пропало. Что тут стряслось? Кэт, это ты? Я тут ни при чем. Дочь плачет из-за тебя. Я прав? Конечно, дорогой. Она виновата. Я так и знал. Уходи, Кэт. И больше не появляйся тут. О, нет. Снова здесь. Ну за что? О, кто здесь? Интересно, кто же это? А? Эй, выпустите меня. Сейчас посмотрим. Кто там? Это еще что? Ну, наконец-то. Что тебе нужно? Не трогай меня. Эй, перестань. Ой, я подумал, что ты монстр. Нет, конечно. О, а можно одолжить у тебя насос? Мне он очень нужен. Мне это неинтересно. Но я же спасла тебя. А, так что? А, ну если нужен, то забирай. Пока. О, такой странный. За дело. Малышка обожает шарики. Супер. Думаю, этого мне хватит. Теперь свяжем их. Ну что за прелесть? Уверена, что она будет в восторге. Моя малышка. Идем, Мишка. Нас уже заждались. О, нет, снова она. Лучше не попадаться ей на глаза. О чем она там говорит? Я избавлюсь от этого ребенка. Я сделаю так, что Итан забудет о ней, и он будет любить только меня. Какой кошмар! Нельзя этого допустить! Теперь у меня будут доказательства, что она злая. А это что? А, ну и мазня. Просто отвратительно. Ты тут лишняя. Вот ты и попалась. Эй! Ауч! Что? Снова ты?
Я тебе такое сейчас устрою. Эй, а это что? Ха, ну и ну. Хочешь получить награду «Худшее фото»? Отстань. О, малышка. Ха-ха-ха. Мама, а что там происходит? Привет. Это тебе. О, а почему он так воняет? О, да, лучше не придумаешь. Ну ничего, он все равно очень милый. Спасибо тебе. Давай играться. Не думай, что победила меня. Я на шаг впереди. Я разрушу эту семью. О, да. Кэт, смотри, что нарисовала малышка. Эй, неправда. Я не добавляла тебя. Я рисовала маму. Я уже мама для тебя. Люблю тебя. А я тебя нет. О, нет. Ну все, малявка, ты меня достала. Умница, дочка. Так тебе и надо. Люблю тебя, мам. Ой, ну тогда придется попрощаться с Мишкой. Умоляю, не делай этого. Поздно. Мой Мишка. Получай, ты это заслужила. О, хватит, остановись. Ты мне не помеха, Трум-трик. О, отпустите меня. О, мамочка. Какая она смешная. Пора разобраться и с тобой. О, как тут грязно. Что это за место? Трум-трик, пора устроить ей встряску. Думаю, ей понравится мой подарочек. Какой кошмар! Откуда их тут столько? О, что тут происходит, дорогая? Тихо там! Да, любимый, все в порядке. Ты не видела малышку? Я нигде не могу ее найти. Ой, не знаю. Может, ты пошла погулять, а? Что ты прячешь? Подарок для тебя. Ты ведь хотел Sony PlayStation. Вау, как ты узнала? Прощай, малявка. Прошу, спасите меня. О! Ты в нашей ловушке. О, секунду, у меня идея. Трум-трик, убирайтесь отсюда. Фух, еле справилась. О, мамочка, как же я скучаю за тобой. Малышка, скоро мы с тобой увидимся. Ах, а что это? Кто это бросил? Богатая вечеринка? Вау, это же мой шанс. Нужно подготовиться. Посмотрим, что тут есть. Это не подходит. Что ты тут делаешь? О, привет, Хаги. Мне нужен новый наряд. Я не могу пойти в этом на вечеринку. Может, ты мне поможешь? Плиз. У меня есть одна идея. Трум-трик, тут не обойтись без магии. О, ты со мной так делаешь, правда? Лучше я буду твоим стилистом. Покажи, что у тебя есть. А как насчет этого? Выглядит богато, да? Как бы сказать помягче, это дизлайк. А как насчет такого наряда? По-моему, стильно, нравится. Ты оскорбляешь мое чувство вкуса. Все очень плохо. Так нельзя даже по свалке ходить. Ох. Думаю, теперь ты заберешь свои слова назад. Оу. Мышь. Все окей. Согласен. Просто супер. Давай добавим шляпу, и ты готова. Ха-ха. Иху! Полный вперед! Так-так, а что это у нас тут? Вот так удача. О, да, я чувствую богатство. Должно сработать. Так, а вот и оно. Ну как вам моя вечеринка? Восхитительно, лучше Голливуда. О, это мой шанс. Ха-ха. Упустила место. Будь внимательней. Оу. А мы раньше виделись? Думаю, вряд ли. Фу-фу-фу. Что? О, как вы простите. Опять? Ну все, вали отсюда. Давайте я все исправлю. Что? Убери эту тряпку. Мэм. О, так-то лучше. Спасибо, дорогой. Ничего себе! Вот это транжира! О, почему ты до сих пор здесь? Ну, как это? Я и сам богач. У меня куча денег. Так тут еще один миллионер. Еще бы. Так что, я останусь, а? Минутку. Что за странные купюры? О, это новые банкноты. Не помню, чтобы Франклин так выглядел. Погоди, неужели это Кэт? А? Ой! Ха-ха, вы так вспотели! Хватит! Верните! А, что за манеры? Деньги — это вам не игрушки! Вы не видели эту девочку? А?
Зачем она тебе? А ты, случаем, не Кэт, а? Что происходит? Выпустите меня отсюда! Помогите кто-нибудь! О, малышка, это ты? Неужели это твоих рук дело, а? Не понимаю, о чем ты? Отстань! Прошу, не обращайте внимания, продолжим веселиться! О, отлично! О, как вы так можете? Никто не поможет! Я слежу за тобой, ясно? Я должна проверить, что там. О, не открыть. Малышка, ты там? Мама, выпусти меня, пожалуйста. О, ладно, нужно что-то придумать. Попробую сдвинуть. Ох, как тяжело. Ну давай же, двигайся. Ах, это должно сработать. Ну держи шкаф, тебе не устоять. Ах, это безнадежно. И что делать, а? О-о-о! Как все было так просто, а? Но вы видели, а? Наконец-то! Вау! О, крошка, ты что, меня не узнала? Прошу, не трогайте меня! Ха, поняла. Ну что, а теперь? Нет, кто вы? Не пойму. А, ауч, это из-за усов. А теперь? А, мама, ура! Как же я рада тебя видеть! Я хранила фотографию с тобой. О, как мило. Ты не поверишь, но я тоже. Вау, трон-трик. О, мы снова вместе. О, нет, кто-то идет. Снова ты? Я же запретила тебе тут появляться. Тебе крышка. О, беги, крошка, она не в себе. Больше вы никогда не увидитесь. Я вас уничтожу. Не смей убегать от меня. Прошу, стой. Получай. А куда она делась? О, она меня не видит. Отлично. А? Что? Молот, немедленно верни. Лови. Оу, крошка. Ну, держись у меня. Я тебя из-под земли достану. Ха-ха-ха, попалась. Прошу, хватит. Мама, спаси меня. О, держись. Оуч, о, что вы тут устроили? О, прости. Зачем тебе молот, а? О, ты разгромила нашу гостиную! Ой, а, я пыталась ее остановить. А ты в порядке? А? Лучше молчи, или хуже будет. Выметайся отсюда! Ну почему все против меня? Все так несправедливо. Моя бедная доченька. Неужели мы больше не увидимся? За что? Мам, я здесь! Что? А, моя малышка! Ты снова со мной! А, ура! Мам! А что это? О, дорогая, это наш семейный альбом. Тут вся история нашей семьи. Вау! Это ты? О, да! Это было еще в колледже. Там я встретила твоего папу. Он был король вечеринки. Такой красавчик! Вообще-то это для меня. Я влюбилась в него с первого взгляда. И что? Он сразу заметил тебя? Он пригласил тебя на свидание? Ха, сейчас расскажу. Я решила, что должна преобразиться. Ого! Что? Тут есть все, что мне нужно. Круто! Ауч! А что это? Ха-ха, да ты шутишь. Свободен. В жизни не видела ничего круче. Просто блеск. Я обязана его получить. О, больно. А, что это было? Неважно. Меня ничего не остановит. Оно великолепно и должно быть моим. Просто прелесть. Ну и как я смотрюсь? Вот подлиза. О, это же идеальный наряд. А? Но вы ведь видели ценник? У вас есть чем расплатиться? Ага, сейчас посмотрим. Ой, это все, что есть. Может, уступите? Ни за что. Алло, охрана? Эй, ты! Выходим! Нет-нет! Ай, перестаньте! Пора вынести мусор! Фу, ну и тяжелая! И больше не возвращайся! А? Эй! Что это? Фу! Ну почему мне так не везет? О, я вся в мусоре. Я буду целый день это снимать. Постойте. У меня нет на это времени. Секунду. О, мне пришла идея.
Посмотрим, может, тут найдется что-то полезное. Ух ты! Уберем пыли. Вау! Думаю, из этого может получиться что-то прикольное. Соединим все вместе. О, тут даже пару конфеток осталось. Супер! А теперь соединим. Круто! Ну что же, можем примерить? Мне нравится. Думаю, все будут в восторге, а? О нет, кто здесь? А, что там за монстр? Как же страшно! Ух ты! Привет, малыш! Давай дружить! Хочешь полетать? Что это? Уберите это! Моя прическа! Какой ужас! Я не могу так ходить! Времени почти не осталось. Но ничего, я все успею. Трум-трик! Ой, это какой-то перебор. Попробуем что-то еще? О, а вот это совсем другое дело. Мне нравится. Такой прическе подойдет только корона. Пора готовиться к победе. О, мы просто созданы друг для друга. Прямо как мы с Итаном. В этом году мы будем сиять еще ярче. Мелочь. Ха. О, дорогой, мы скоро будем вместе. Эй, а это что такое? Минуточку, я видела тут кое-что. Где же он? Так. О, да вот оно. Ну и ну, я бы тоже такое хотела. Точно, пора делать мейк. Ух ты, косметичка. Вот это удача. Теперь мне все обзавидуются. Давайте начнем. Трум-трик! Сперва нарисуем бровки. А теперь нужны тени. Ага. Думаю, выйдет симпатично. Теперь помада. Посмотрим, что получилось. Ух ты! Да я просто неотразима! Нужно сделать селфи. Трум-трик. Вау, сколько комментариев. Ха, круто. Вот убожество. Ладно, мне нельзя отвлекаться. Все должно быть идеально. Это не то? Трум-трик. Я буду просто неподражаемой. Начинайте. Прекрасно. Ну и куда без золотой маски, а? Натрем немного золотой пудры. Просто блеск. Хорошо, что у меня есть такая кисточка. Трум-трик. О, да, в этом году меня никто не затмит. Ха-ха, все золото будет моим. Просто отлично. Браслеты готовы. Оу, нужно поискать еще украшений. Ага. О, бедняга Дугды, что с тобой произошло? О, привет, ты нашла меня, спасибо. А, говорящая игрушка! Ауч! А что тут происходит? Эй, смотри, что я нашел. Не нравится мне это, но надеюсь, там действительно что-то есть. А, и что ты нашел, а? Глянь, там джинсы за баком. Серьезно? Ого! Спасибо, Дог Дэй, ты мне очень помог. Поскорее бы их примерить. Упс. Неудивительно, что они на свалке. Они все в дырках. Уверен, мы найдем, чем их залатать. О, ну ладно. Давай поищем. Это может пригодиться. Это тоже и это. Вау! О, какая красота! Ну все, теперь у меня точно все получится. Сперва погладим все. О, замечательно.
теперь нарежем нужные лоскутки. Можно украсить кармашек. Такие милые шарики. Трум-трик. Думаю, они будут смотреться просто восхитительно. Док-дэй, присоединяйся. С радостью. У меня появилась отличная идея. Трум-трик. Ого, как красиво. Теперь я всегда буду с тобой. Как круто. Наконец, можно примерить. Надеюсь, мне идет. О, да. Так я точно выиграю. Это так стильно. Что за мода дворняги? Времени почти не осталось. Еще столько всего нужно сделать. Пора добавить украшения. О, да, мои драгоценные камушки. Я прирожденный ювелир. Трум-трик. Еще немного. Думаю, получилось. Все будут в восторге от моего нового драгоценного чехла. Фу-фу-фу! Самое время заняться инкрустацией. Сперва пойдет рубин. Пускай все знают, насколько я богата. Ух ты! А новая функция? Ничего себе! Да это же королевский обед! Прошу, мам, приятного аппетита! Обожаю лобстеров. Вау. Он что, альденте? О, простите, может, изволите кокосового молока? Прошу. А? Какой ужас. Что-то не так? Это было отвратительно. Но, мэм... Ох, придется закрывать ресторан. Прощай, моя мечта. Вау! Да что же это такое? Почему мне так не везет? Это что, еда? О, нет, времени почти совсем не осталось. Я ничего не успею. Ладно, соберись, Кэт. Ты справишься. Я точно что-нибудь придумаю. Ну уже. Ух ты, стаканчики. Думаю, это то, чего мне не хватало. Теперь я сделаю себе потрясающую прическу. Мне все точно обзавидуются. А? Отлично, теперь нужно расчесаться. Супер, пробиваем дно. А? Я вижу землю. Хо-хо! А теперь делаем модные заколки. Нужно больше косичек. Уверена, никто меня не переплюнет. Супер, который час? О, нет, нужно поспешить. О, это он. Привет, девчонки. Пришло время выбрать мою королеву. Люблю вас. Фу, кто пустил сюда это чучело? О, нет. А вот наша главная претендентка Фокси. Привет, девчонки. Итан точно будет моим. Можете сдаваться. Ага. Это она сейчас мне сказала? А? Следующая участница – Кэт. Оу, я так волнуюсь. Я смогу. Ого, что за наряд? Немного путаюсь, но у меня все получится. Итак, минутка тишины. Сейчас мы решим, кто в этом году станет мисс колледж. Победительницей становится. Только сильно не плачь. Надеюсь, это буду я. Не может быть. Это Кэт. Спасибо вам огромное. Как же я вас люблю. Не могу в это поверить. Это невозможно. Ты больше не наш кумир. Да, ты отстой. О, перестаньте. О, это лучший день. А теперь внесите корону. О, да, наконец я нашел свою королеву. Ничего себе. Неужели это не сон? Поздравляем. Обожаю вас. Я так об этом мечтала. Привет. А теперь пришло время подписать контракт. Я согласна. Оу, что со мной? Круто, я стала Док-Дэем. Ого, вот так наряд. Она просто невероятна. Пропустите, у нас начинаются съемки. Кадр первый, дубль первый. Начали. О, какие съемки? Да они же будут снимать кино. Вот это да. Пропустите, пропустите. Отлично, продолжай в том же духе. Ну ладно, какое странное ощущение. О, нет, плохо дело. Ага, вот я и нашла тебя. О, нет, это Делайт. Супер, добавим экшен.
Эй, это не по сценарию. Иди сюда, Док Дэй. Тронтрик! Теперь вы от меня точно не убежите. Воу, где это мы? Не знаю, но мне здесь не по душе. Это ваше наказание, и я вас не выпущу. Какой кошмар. О, дверь, она не открывается. Эй, отойди, у тебя силёнок мало. Ух, ее заело, что ли? Ух ты, что это, план постройки? Похоже на то. Так значит, только так можно выйти. Я все поняла, давай. Не указывай мне. Посмотрим, что есть. Фу, что за гадкий бедный цвет. Да вы издеваетесь. Трун-трик. Ура, то, что нужно. Теперь это кровать моей мечты. Ставьте лайк, если и вам нравится. Осталось оплатить. Обожаю тебя. Трун-трик. Я закончу первое. Пластик в правый, картон в левый. Ух ты. Мячик. Ура. У меня такого в жизни не было. Как весело. Стоп. У меня идея. Где коробка? Приступим. Отлично. Теперь немного краски. Трун-трик. Чудесно. Мне уже нравится. Вот бы сделать игроков. Придумала. Приклею наши лица. Прищепки отлично подойдут. Ха-ха. Готовьтесь к выходу на поле. Док Дэй и Кэтнэп. Какие милашки. Ага, матч начинается. Судья выносит мячик. И матч начался. Первый номер пасует третьему. И гол! Ауч! Что тут происходит? Мяч? И даже не золотой? Кэтнэп, твоих лап дело, а? Прости, я не хотела. Это же всего лишь мячик. Может, хочешь сыграть? Чур я за Кэтнэпа. Ну что, ладно, но только одну игру. А ты неплохо играешь. Но я все равно выиграю. Ну ничего, я отыграюсь. Ты не пройдешь мою защиту. Ура, я забила. Ура! Глупая игра. Ты просто не умеешь проигрывать. Что? Ах ты, кошка облезлая. Ну все, твои дни сочтены. Какой кошмар. Ага. Даже и на шаг к ней не приближусь. О, нет, мое прекрасное лицо. Она все испортила. Хотя у меня есть решение. Не подведи. Трун-трик. Ну разве я не молодец? Еще один пункт. Готов. Даже лучше, чем на картинке. Теперь я смогу привести себя в форму. Как я за этим скучала. Ах. Правда круто, а? Так, так. А как поживают девчонки? О, не поняла. Кажется, им там весело. Но мы это поправим. Трун-трик. О, как чудесно. А это еще что такое? Цепи? О! А, ой. Приветики. Смотри, куда прешь. Это твоя неудачная шутка. Нет, я не знаю, откуда она. Отпусти меня. Хватит меня тянуть. Ох, за что мне это? О. И не говори. О, смотри, тут есть замок. Кажется, чтобы освободиться, нужны лайки. Ребята, помогите нам, пожалуйста. Поставьте лайк под этим видео, чтобы мы могли освободиться. Я не хочу с ней сидеть. Ну, пожалуйста. О, может, они тебя послушают, а? Ребята, ставьте лайки. Она мне всю кровать испачкает. Молю. Ура, мы свободны. Ужас, даже не золотые. О, спасибо, давай 5, а? Нет. Уходи, скорее. Так уже поспокойней. О, кстати, я раньше этого не видела. Что же внутри, а? О, гадость. От нее пахнет нищетой. Кто это оставил? Бездомный. О, ух ты, так изысканно. О, интересно, что внутри. О, вау, какая красота. Думаю, я могу с этим что-то сделать. Придумала. Просто идеально. Ха, теперь за дело. Нам понадобится основа. Размечаем на ней контуры лапки. Вау, да я художник. Теперь вырезаем. Аккуратно и по линии. Есть. Вжух. Ха-ха. Теперь можно красить. Розовый будет отлично смотреться. Готово. И гвоздь программы. Замечательно.
Что бы добавить, а? Идея! Прищепки, вы мои спасители! Это будут мои перемычки. Ну что за прелесть! Теперь можно развесить украшения, а? Убирайся! У нас есть новая звезда! Да, лучше органайзера для украшений и не придумаешь! Такой вместительный и красивый, а я молодец! Мяу! Кажется, еще один пункт готов! Сделано! Я уже на шаг ближе к свободе! Ха! Так, что же я пропустила? Думаю, это солнце, точно! Посмотрим, что у меня есть! Вот оно! Чудесно! Похоже, это будет проще, чем я думала. А вот и мой желтый топаз. 100 карат. Отлично, подойдет для небольшого солнца. Выходит блестяще. О, да! Оно ярче настоящего. Трум-трик! Прелестно! Мне так нравится. Ах, заодно и выполнила пункт. Теперь я решаю, когда день, а когда ночь. Магия денег. Трум-трик, готово. Ха, как весело. Оу, я совсем забыла про список. Мне же нужен ловец снов. Настало твое время, обруч. Ух, отлично. Где бы раздобыть ниток, а? О, нашлись. Теперь за дело. Обматываем весь каркас. А, неплохо. Перекусываем нитку. И добавим немного шерсти. А, трум-трик! Вау! Ну что за красота? О, кажется, я влюбилась. Ты отличное дополнение моей комнаты. Сделано. А, супер! Мяу! Объедение. Я наелась. Да. Эй, Дог Дэй, я не мусорка. Ой, может высыпать ей на голову? Хотя, есть идея получше. Что, если сперва собрать, затем скрутить? О, какой букет! Ах, альпийский лук. А ваза? О, сделаю из бутылки. Ха, еще надрез. И готово! Теперь у цветочков есть домик. Круто! Но может быть лучше. О, да. Совсем другое дело. Еще и такой милый котик вышел. Совсем как я. Мяу. У меня есть для тебя одно местечко. Так уютно. Нужно не забыть. Супер. Как неудобно. Что-то мешает. Да что же такое? О, все равно неудобно. Как хорошо. Тут что-то продувает. Как холодно. Ох, ну и угораздило меня. О, есть идея. То, что нужно. Уже лучше. Но у совершенства нет предела. Добавлю золото. Будет очень красиво. Трум-трик. Ура! Просто идеальное место для сна. Мне по душе. Нужно отметить это в списке. Принимайте карту. Ну, конечно, куда вы денетесь? Обожаю. А я неплохо справилась. И все своими руками. Отпразднуем. О, да, золотая вечеринка. У-ху! Мне спать на этом. Оу, шарики такие красивые. Я как раз могу сделать из них мобиль. За дело. Цветок за основу. Теперь продеваем нитки. Отлично. Закрепим все клеем. Готово. Теперь протягиваем нитку. Ух ты, какая липкая. Обматываем ею шарик. Класс. Пора показать коготки. Мяу. О, что это было? Кэтнэп, ты опять за свое? Какой клевый. Мяу. Как же красиво. Да будет свет. Вау, я как будто в открытом космосе. Можно вычеркивать. Тут теперь так клево. Не могу нарадоваться. Оу. Я забыла про кровать. Вот западня. Похоже, без нее не обойтись. Но ничего, я точно справлюсь. Стойте ровно. Бом! Вам не устоять передо мной. А? Что за шум? Ну все, ты доигралась.
Еще немножко. Хватит! Я предупреждала, чтобы ты не шумела. Сейчас ты об этом пожалеешь. Ой. Ауч, что это было? Какой кошмар. Я вам этого не прощу. Трон-трон-трик. Да я из тебя отбивную сделаю. Эй, что с нами? Ничего не понимаю. И ты? А, где мое богатство? Что произошло? Эй! Ну все, девочки, вы заслужили новое наказание. Отпусти нас! Отпусти нас! Ха-ха, с огромной радостью. Добро пожаловать. Наслаждайтесь. Что? Куда на этот раз мы попали? Эй, смотри, что это там? Надеюсь, это выход. Ты готова? О, нет, тут заперто. Вот облом. Смотри, она не пропускает нёрдов, но Кэтнэп и Дог Дэй могут пройти. Понятно. Нам нужно стать ими. Но как? Только взгляни. Тут есть их фигурки. А я нашла игровое поле. О, да. Должно быть, они от этой игры. Покажи. Мы должны поставить фигурки и дойти до конца. О, ну ничего себе! О, ты будешь Дог Дэем, а я Кэтнэпом. О, хорошо, тогда давай начнем. Я хожу первая, ага, лишь бы повезло. Один, ну, пошли. Выпала клеточка с мейкапом. Интересно, где его сделать? А, пойду поищу. Если бы я была косметикой, где бы я была? Ой, как же больно. Ого! Ого, Молли, иди сюда. Давайте активнее. Держись. Что происходит? Нас приковали. Спасите кто-нибудь. Стой. Да что тут происходит? Мне страшно. Кэт, ой, откуда эти руки? Кажется, мейкап сам нас нашел. Кажется, ты права. Мы начинаем превращаться. О, а мне это начинает нравиться. Вау, как круто! А с нами точно все будет в порядке. Ух ты, прикольно. Да. Видала, какой у меня мейк, а? Рар. Круто. А ты видела мой? Идем к доске. Смотри, теперь нам нужны лапки, перчатки. Ну и как нам их сделать, а? О, я придумала. Положись на меня. Надеюсь, у нее получится. Ага, вот они. Ну разве я не гений, а? О, я поняла. У меня тоже такие есть. Время шить. Согласна, а? Еще бы. Но сперва нужно вырезать форму. Нужно поторопиться. Только посмотри. Ага, я тоже сделала. Давай пять. Ой, ладно, идем. Теперь я кину кубик. Трум-трик. Ух ты! А что это? Похоже на челлендж с туалетной бумагой. О, пойдем попробуем. О, смотри, сколько призов. Чур, я первая. Нужно дотянуть стаканчик до обратной стороны стола. Ух, стоп. Я выиграла Скитлз. Приз мой. Думаю, мне повезло. Я так люблю Скитлз. Ой, мои волосы. У меня идея. Попробуем желтый. Ого, работает. Я знаю. Мне нужен фиолетовый. Ну-ка. О, то, что нужно. Мне так нравится. Теперь ты. Ой, как круто. Думаю, я заслужила немного молочка. Ах, какие милые ушки. Ладно, я тоже попробую. О, морковка, погрызу немного. О, что происходит? О, нет, это не те уши. Нужно это исправить. Ух ты, а что за приз? О, это же гаджет для косичек. Ой, молодец, Кэт. Только взгляни на эту укладку, разве не прелесть? А, попробую кое-что еще. Думаю, косички подойдут моему образу. Класс, мне нравится. Ого, даже ушки изменились. И просто супер. Тебе как? Выглядишь потрясающе. О, и косточка на закуску. Пойдем, мы еще не закончили. Ну что же, теперь мой ход. Трум-трик. Оу, а как там мои девчонки? Посмотрим.
мы выиграли, как здорово! Ну уж нет, я вам не позволю. Воу, держись, Кэт. А, только не это. А я так надеялась. Это мисс Делайт уже достала. Понравилось видео? Ставьте лайк, напишите комментарий и жмите колокольчик, чтобы мы в него позвонили, когда выйдет новое видео.